Раз-раз, прием, прием. Давай проверим на микрофон, как у нас работает микрофон. Надо послушать тебя. Так. Где ты там? Чек, чек, чек. Проверка микрофона. Понятно. Угу. Говори что-то. Раз, раз, раз. Проверка микрофона. Раз, раз. Прием, прием. Давай есть. Проверим на микрофон. Звук есть. Звук-то есть. Непонятно, какой микрофон работает. Хороший звук. Хорошо. Итак, про медитацию 20 марта, всемирную медитацию, посвященную объединению и пробуждению. Идея в чем? Мы хотим, чтобы каждый, кто занимается звукотерапией, занимается голосом и с любыми звуковыми практиками, присоединился и рассказал об этом своим знакомым во всем мире, чтобы мы совместно в день весеннего равноденствия своими звучаниями, позитивными вибрациями сонастроились на позитивный лад и на новый год весны, новое пробуждение, новые возможности, новое начало. Когда это происходит с благими намерениями, в гармоничном собственном состоянии и совместно сонастроенном коллективе, тогда происходит настоящая магия. И мы это сами знаем. На наших обертоновых практиках это очень хорошо ощущается, когда все люди, включенные в процесс, каждый своей энергией, своим намерением наполняют общее поле, и тогда это становится намного большим, нежели желание или намерение отдельного каждого человека. Сейчас такое непростое время, когда пора объединяться, пора осознать и понимать, что все вокруг взаимосвязано, все переплетено. И мы говорим о том, чтобы любить окружающих, любить ближних, но у каждого свое представление о любви. В первую очередь, любовь — это уважение ко всем формам жизни, которые нас окружают. И когда мы начнем относиться с уважением ко всем, кто нас окружает, с этого начнется настоящее пробуждение, настоящая весна для всей планеты вместе со всеми людьми. И обертоновые инструменты и голос, в частности, с обертонами, прекрасно в этом помогает прочувствовать это единство, взаимосвязи всего со всем, со всеми элементами во всем мире, во всей Вселенной. Во время практик с голосом, обертоновым, горловым пением, чаши, любые звонарные инструменты, происходит глубокая медитация, когда мы успокаиваем внутренний диалог, слышим, наконец, себя, истинных, настоящих, ощущаем себя наполненными силой, умиротворенными, в состоянии счастья, радости и при этом спокойствия, как будто мы наконец вернулись в свое родное место, с ощущением того, что рядом с нами любимые настоящие существа. Люди всегда во все времена стремятся объединяться и быть причастными к каким-то группам, объединениям. Но наша задача в этой медитации, вне политики, вне религии,
просто почувствовать себя истинным, настоящим, тем, кем вы являетесь на самом деле. Независимо от цвета глаз, кожи, расы, религиозной принадлежности. И когда все прочувствуют искренне и глубоко, осознают вот это единство, тогда многие недоразумения, многие распри просто будут невозможны. В глубоком состоянии медитации во время совместного обертонового пения происходит такое единство, когда просто все настолько глубоко друг друга прочувствуют, понимают, уже не на уровне слов, а на уровне ощущений. Это очень сложные процессы, которые описать словами проблематично. Это скорее вот ты чувствуешь человека с полуслова, с полумысли. Это вот близкое состояние, но еще намного глубже. И в глубоких практиках можно ощутить проживание. Вот можете себе представить, что ощущают другие существа живые, которые вокруг нас обитают, как они воспринимают этот мир. У них совершенно другой набор органов чувств, зрения, осязания, тактильные ощущения. Но именно благодаря ощущениям каждого этого существа происходит осознание того, что мы называем Богом или Абсолютом, Вселенной. Сумма всех этих проживаний и осознаваний себя в этом мире — это есть многомерная картинка того, что можно назвать Богом или близким к этому слову. Это очень широкое понятие. И идея медитации в том, чтобы присоединяйтесь, что бы вы ни практиковали, это чаши, голос, гонги, шрути, диджериду, варганы, все, что у вас есть. Главное, с позитивным настроем, во благо всей планеты, во благо всех живых существ, для гармонизации, для сонастройки и любви. Мы вас приглашаем 20 марта присоединиться. И сейчас примерно как это может быть. Thank you.
описании под видео мы добавим, предложим наше описание этого мероприятия. Вы можете его скопировать, можете добавить от себя все, что пожелаете. Главное, чтобы это все придерживалось общей концепции. И также там будет фото с хэштегом, картинка, которую мы предлагаем запустить во всех ресурсах, платформах, соцсетях для максимального расшаривания. Thank you.
Пишите свои вопросы в комментариях. И до встречи на всемирной медитации пробуждения единения.